Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки выставили Советскому Союзу счет за помощь оружием, техникой и товарами на 2 миллиарда 600 миллионов долларов. В результате переговоров эту сумму удалось сбить до 1 миллиарда 300 миллионов долларов под 2,5% годовых. Но потом Сталин отверг этот долг, и до 1972 года вопрос оставался в подвешенном состоянии. В 1972 году долг оптимизировали до 722 миллионов, которые необходимо было выплатить до 2001 года. И 48 миллионов были даже выплачены. Но потом поправка Джексона-Виннига, ограничившая торговлю с Советским Союзом, застопорила выплаты. В 1990 президент Горбачев подписал соглашение, по которому СССР обязалась выплатить за помощь Соединенных Штатов Америки остаток в размере 674 миллионов долларов. Далее этот долг после распада Советского Союза, разумеется, унаследовала Российская Федерация. Только в 2006 году Россия окончательно расплатилась перед Соединенными Штатами Америки за помощь Советскому Союзу во Второй мировой войне. Вот такая, блин, музыка. Ну, просто вдруг вы не знали, а так сможете блеснуть эрудицией. А свежие откуда ноты растут уже завтра здесь.